удар блокирован, и тут же мяч подхватывает Душан Савич. Все в пределах правил, молчит судья. Так, ЖПС 26, это был 30. Это на дальнюю минуту, на данную минуту, но у нас как ЖПС атакует, атакует очень активно, поэтому здесь борьба будет до последней минуты. Долго-долго владеют мячом, как читавские футболисты. И потеря от Волкова. И Дюрин прорывался по центру и получает по ногам он от... И вот уже Табол прессингует. Забросы здесь. Смотрите, даже дали ударить и забить гол Тоболу. 1-0.